Привязали воздушные шары к колесам. Таким способом саратовские активисты решили привлечь внимание водителей, неправильно припарковавших свои автомобили. Совместно с сотрудниками госавтоинспекции молодые люди обнаружили на набережной Космонавтов три автомобиля, владельцы которых нарушили правила, оставив транспортные средства на пешеходной зоне. По словам активистов, горожане стали чаще жаловаться на то, что машины не только портят вид набережной, но и мешают передвижению пешеходов. Дорожные полицейские выписали нарушителям штраф в размере 2000 рублей. А молодые люди привязали к каждому колесу по воздушному шарику, тем самым показав, что машинам здесь не место.